Ну а пока школьники разгадывают шифры, на Олимпиаде по криптографии подростки с математическими способностями выполняли необычные задания. Два задания были, где надо было подобрать ключ, а другое, где ключ уже дан, и надо было восстановить исходный шифр по данным, которые были даны вам изначально. Задания больше казались страшными, чем были такими. Они написаны сложно, но если вникнуть, то в принципе никакой сложности не доставляют. Олимпиада проходила под наблюдением действующих сотрудников ФСБ. Они на таких состязаниях присматривают потенциальные кадры. Победители и призеры соревнований, те, кто быстрее всех разгадал шифр, получили привилегии при поступлении в различные вузы, в том числе и в Академию ФСБ в Санкт-Петербурге. Школьники, чьи способности и нестандартное мышление впечатлило жюри, имеют шанс на зачисление вне конкурса.